почти год. Интенсивные подготовки, бессонные ночи в ожидании дальней поездки, насыщенная событиями неделя в Оренбурге. И вот заветная цель достигнута. Программа чемпионата была очень насыщенной. В первый день у нас состоялось 3 модуля. Первый модуль – творческий баттл. Мы показывали, презентовали себя, затем угадывали музыкальную викторину, исполняли народную песню акапелла, исполняли эстрадную песню и играли на фортепиано по цифровке. Далее мы создавали обучающий видеоролик для детей дошкольного возраста и затем проводили ритмическую импровизацию вместе с волонтерами. Мы учили их движением современной хореографии с использованием техники боди-перкуссии, звучащих жестов тела. Во второй день у нас состоялось 2 модуля. Мы писали аранжировку детской песни, которая затем нам пригодилась в уроке. И также мы проводили оркестр, учили волонтеров играть на перкуссионных шумовых ударных инструментах с использованием техники перестроения и дефиле. На конкурсе Максим был не один, а вместе со своей командой наставников. До этого студент Муромского педагогического колледжа стал лучшим на региональном этапе. Мы всегда были в лидерах, мы всегда были около бронзового места, но всегда возвращались с медальоном. Это уже на протяжении 8 лет. И, наконец-то, Муромский педагогический колледж получил бронзовую медаль благодаря нашей компетенции преподавания музыки в школе. Мы очень рады, мы очень гордимся. Да, это было очень сложно, это было очень нервно, это было безумно трудно, но мы смогли. Я была в лице сопровождающего, в лице тренера, то есть Екатерина Юрьевна работала на площадке, мы с Максимом готовились, я его настраивала, то есть я с ним была постоянно. Хочется каждый раз быть лучше, мы для этого делали все, у нас работала команда еще и с нами по видеосвязи, здесь преподаватели, они всегда были с нами на связи, любая помощь в любое время, мы всегда могли к ним обратиться. Во время выполнения конкурсных заданий нет права на ошибку. Важно было собраться, показать свои умения и выступить достойно. Профессионалы – это незабываемые эмоции и огромный опыт, говорит Максим. Самым сложным был, конечно же, урок, потому что он длился 40 минут, и всего у нас было 2 конспекта. И согласно жеребьевке, я должен был выбрать какой-то один конспект и его провести. А самым интересным мне показался творческий баттл, ну, потому что это живое общение, ты должен показать себя, показать с разных сторон. Это интересно, это здорово. В Оренбурге со мной были преподаватели Екатерина Юрьевна и Анастасия Романовна. Они меня поддерживали, наставляли, говорили: «Максим, все получится, не переживай, все будет хорошо». Ну и, конечно же, так и произошло. Я тоже старался и думаю, что никого не подвел. Большое всем спасибо за веру, надежду и поддержку. Чемпионат «Профессионалы» способствует повышению значимости и престижа рабочих профессий и компетенций среди подростков и молодежи. Поздравляем нашего коллегу с достойным результатом и желаем дальнейших побед на профессиональном поприще. Вадим Уколов, Алексей Кузьмин. Наши новости.